Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. Очень много людей, кто спрашивает, задает вопросы про перезачатие. Вообще, что это, зачем это? И меня на самом деле этот вопрос удивляет, потому что если взять такие практики, как это хилинг, РПТ, да, гипноз тот же самый, расстановки, то слово перезачатие там одно из самых, наверное, изюзанных. И люди все время стремятся, то есть ум логически говорит, если ты войдешь в свое прошлое, изменишь прошлое, то у тебя изменится автоматически настоящее. И ты автоматически станешь другим. Автоматически, да. Автоматически изменишься, и автоматически был бедным, это станешь ум. Богатым. Ум, да, да. Но это ум, да. Ум так и говорит. Ну что, да. Но видишь, ум иногда бывает прав и в то же самое время где-то не прав. Если брать по уму, да, то на самом деле, когда мы возвращаемся в прошлое, точнее, мы не возвращаемся в прошлое, да, мы прошлое делаем моментом здесь и сейчас. Мы здесь и сейчас приносим ту информацию, которая может быть уже похоронена. Мы сами притягиваем. Мы сами ее возвращаем. А знаешь, что это напоминает? Вот ты пожевал кусочек мяса, он не разжевался, ты его в свое время выплюнул. И потом ты возвращаешься назад, как белка, да, или как к своей заначке, как собака к зарытой косточке. Угу. Отрываешь ее, снова приносишь и снова пробуешь пожевать. Это вот это напоминает. Но в этом есть смысл. Потому что ровно аналогичным образом работает наша психика. Ровно так же отжимается в инкарнационном цикле информация и предлагается заново переживать ее в следующей жизни. То есть и ты, получается, через РПТ, через тета-хилинг, через эти практики говоришь, я не буду дожидаться смерти инкарнационного цикла, я пожую сам, я отрою свою косточку и попробую с ней разобраться. Это знаешь, как ничего невозможно оставить. То есть все должно быть съедено, да. И поэтому, если что-то осталось, то это надо обязательно переживать так, чтобы это уже все было исчезло. Ну и на самом деле, возвращаясь в прошлое, есть хотя бы шанс зацепить, так что же надо было осознать. Потому что, когда ты уже вертишься в однотипных ситуациях и найти выхода из них не можешь, особенно если там уже есть выделенное сознание, еще что-то такое, то там, ну, разобраться, откуда корни начали расти, вообще нереально сложно. Да, просто. Это уже смертельно. То есть, если еще циклическая ошибка однотипная, можно чего-то осознать, а если не однотипная, то зачастую бывает крайне сложно. Потому что по образу и подобию они на самом деле все как на ладони, да? Но для того, чтобы по образу и подобию, надо уметь соединять несоединимые вещи. Тут очень интересно, автомат этого не сделает. Ум тогда говорит. Вот есть у нас в моменте здесь и сейчас физическое тело. В физическом теле есть ДНК. А в ДНК прописана та информация. Значит, если мы войдем в тот момент, когда эта ДНК закладывалась, и заново сделаем оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом, то тогда информация будет изменена. Блин, и правда, и ложь. На самом деле так, информация меняется, но в то же самое время она меняется не в том ключе, как человек предполагает это умом. Но в любом случае то, что она меняется, это уже дает шанс человеку на просыпание, на выход из автоматического сценария. Как бы там ни было, но это так. Потому что все происходит в моменте здесь и сейчас, без выноса. А человеческий ум, он всегда старается вынести, потому что это автомат, робот-автомат. А если выносит, то тогда и получается, что постоянный вынос. То есть, смотри, получается тогда, если мы изменим в прошлом, значит, соответственно, наше будущее меняется. Логично? Логично, да? Но при этом для того, чтобы изменить прошлое, надо попасть в это прошлое. А почему попасть? Потому что только через осознание
в моменте здесь и сейчас можно изменить. А так как мы не можем переместиться физически в прошлое, то, соответственно, только момент здесь и сейчас, и значит, который мы находимся, и значит, только здесь осознание, то есть ошибок, получение опыта, и тогда меняешь, то есть в моменте здесь и но сейчас. Трансформация в этом теле твоя в моменте, да, здесь в моменте и сейчас. Да, в моменте здесь и сейчас. Можешь ты измениться только в моменте только. Здесь и сейчас. Но ты знаешь, на самом деле я очень хорошо к практикам перезачатия отношусь, к любым, как ни парадоксально, к любым, потому что они дают определенный выхлоп. Но очень удивительная штука. Знаешь, на что обратила внимание? Это еще на курсах, когда проходили курсы, вот человек говорит, ой, на РПТ, ой, я там на тета-хилинге проходил перезачатие, мне уже на РПТ уже это не надо. Да. Я уже делала это один раз. То есть человек умом, опять-таки умом созданной практики, умом ставит галочку, да. Я уже там был. А то, что это был тот момент здесь и сейчас, а в этот момент здесь и сейчас подтянется другая информация. Если ты тогда изменился, то тогда точно придет другая информация. А если ты как был болваном, так и останешься болваном, то тебе и этот раз точно так же не поможет, ничего не изменит. То есть вот когда смотришь на момент здесь и сейчас, перезачатие, его можно хоть каждый день делать для того, чтобы удалять что-то в моменте здесь и сейчас. И самое главное, забирая ресурс, записывать что-то, что ты изменишь для того, чтобы проживать дальше. Потому что вот это более интересный момент, чем просто удалить и там, а дальше как Аллах рассудит, да? Нет. Вот вынос, вот он вынос сразу. Вынос. Да, и тогда что получается? Каждый момент здесь и сейчас перерождаемся. Да. То есть перезачатие и рождение нас. Всегда в моменте перезачатие здесь и сейчас. А значит, это о чем? Это и есть перезачатие, да, это и есть осознание в моменте здесь и сейчас. То есть перерождение. Рождение, да. Рождение нового. Нового. Кстати, совсем недавно увидела хороший ролик, даже пометочку опять сделала. Там Далай-лама какой-то рассказывает. И говорит, мы каждое утро рождаемся заново. Дальше он все правильно-правильно говорит до момента, пока он не переходит к состраданию. Да. До этого все прекрасно. Просто подмены, они втекают всегда так незаметно. Да. Ум очень ловко изворачивается, как змеечка так изворачивается, и всегда будет выстраивать так цепочку, чтобы автомат, короче, работал. И зависли, да? Угу. Ум все время вовлекает в игру. И это будут разные игры. Игра в расстановке, игра еще во что-то. Инфодайинг тоже своего рода игра. И нам эти игры тоже интересны. А интересны чем? Интересны тем, что ты можешь работать с одним человеком и вести одного человека, да? А можешь использовать психотехническую базу и взять сразу несколько десятков коллективных человек и посмотреть на результативность. И вот мне на самом деле очень интересно, когда жизнь меняется сразу большого количества людей. Потому что когда человек просыпается, он освобождается от коллективного. Как ни парадоксально это звучит. И тогда он начинает создавать свое, и тогда коллективное будет его созданием. И там будут правила и все то, что он прописал. Но проснуться, вот опять-таки, проснуться оптом невозможно на всех контурах информации сразу. Нет, ты просыпаешься шаг за шагом. Сперва ты осознаешь свое тело, потом ты осознаешь свою жизнь, свою психику, потом ты осознаешь свою семью, близких, свой род, свое окружение, свое коллективное вот это, где ты живешь, потом ты дальше. И каждый контур, пока он станет твоим, это еще много времени пройдет. А в моменте здесь и сейчас абсолютно все контуры твои. Вопрос, какие ты осознаешь, какие ты не осознаешь. На каком контуре ты? Да, есть контуры, которые, ну, априори я это выполняю, я об этом забочусь, я это делаю, да. И то
если взять контур тела, да, сколько людей: «Ой, это врач виноват, это там папа Карло виноват». Даже за свое тело человек не берет ответственность. Смотри, как с теми же самыми прививками, да, болезнями. И при этом далее, зная, заведомо зная, что приносит вред телу, да, твоему же телу, но все равно наносит этот вред, а выносит ответственность на кого угодно. С теми же прививками. Тебе предложили, ты согласилась. Да? Но ты же ведь заведомо знаешь, что это не твое, это... Нет, соглашаешься. Но видишь, оптом кажется, что вот я привык жить, что кто-то виноват, где-то ответственность. Да. И по всем контурам. Да. И тогда и тело показатель того, что тело тебе не принадлежит, ты за него тоже не отвечаешь. А когда ты начинаешь брать ответственность и создавать осознанно, начинаешь что-то, да, то... Ну, первое тело, а за телом. А как-то я возьму ответственность там за это, за это, за это. А как я возьму ответственность за государство? А как я возьму ответственность? И ты знаешь, тут, конечно, иногда есть такие моменты, просто которые хочется положить на какие-то образы. Вот смотри, например, недавно разговариваю с молодыми людьми. Молодые люди очень хотят уехать в другую страну. Ну, типа, мы уедем сначала туда, потом мы переберемся в США, потом мы, вот у нас там все будет хорошо. И вот у них такие, начинаешь говорить, а как вы реализовали здесь, а чего вы достигли здесь, а зачем вам? А ничего, госпредприятие, зарплата низкая. Они даже не пытались барахтаться здесь лапками, что-то свое делать. И они думают, что они там отбарахтаются лапками. И я пока с ними разговаривала, у меня такой образ стоял. У нас зимой в бассейне остались плавать на улице шарики пластиковые. И вот есть шарики, которые набрались воды и легли на дно, а были шарики, которые остались пустыми, да, и они плавали по поверхности. Так вот, те, которые плавали по поверхности, на них вот ветер дует, и они плывут по воде. Их гоняет. Вот куда ветер подует, туда их и загонит. Потому что они пустые. А те, которые наполнились, они легли на дно, и они так и лежали все время на дне. Их никто никуда не гнал, да, потому что они полные, они целостные. Вот они легли, и все. И я смотрела на этих молодых людей и думала, вот вообще, какие шары лучше? Тех, которых гонит ветер, да? Или которые сами вот выбрали, где они укоренятся, лягут и где будут находиться. И знаешь что? Так вот, те, которые пустые, ведь они же пустые внутри, поэтому их ветер и гонит. Они пустые, они все в коллективной игре. Их не устраивает это, их не устраивает, там ветер подул, позвали, там замануху в интернете кинули, все, вот она пустота. Вот это вот зовет далее, хорошо там, где меня нет, а там, где ты есть, а там, где ты есть, тебя нет вообще. То есть там есть твое тело, но это не ты. И ты не создаешь то счастье вокруг себя, которое мог бы создать, ты не проявляешься, ты не пытаешься ничего изменить там, где ты есть, мечтая о каких-то заоблачных далях. Я смотрела на это дело и понимаю, чем более человек увлечен коллективной игрой, парадокс, тем более он пуст и тем более он гоним ветром. Чем менее человек увлечен коллективным, тем более он занят своим, тем, казалось бы, вот он сжался, закапсулировался, но тем более он может создавать свой собственный мир таким, каким он хочет, наполненным, целостным еще каким-то. И он сам определяет, чем он наполнит этот мир, счастьем или какахами. Наберется в него водичка или не наберется в него водичка. Он сам уже дальше определяет, поплывет он или не поплывет, куда поплывет, зачем поплывет. Много вариантов. Много вариантов, да. Ну, как раз вот этот образ с шариками на бассейне, он как-то так... Слушала молодых людей. Наверное. И понимала, что все-таки иногда имеет смысл создавать счастье там, где ты есть. Не пытаясь угнаться где-то со стороны. А гонимый ветром когда? Когда по программе, когда роботы. Когда не задумываешься, когда ищешь снаружи. Вместо того, чтобы найти внутрь.
Если бы нашел внутри, не был бы гонимый. Много все равно вариантов. У меня в глазах пронеслось очень много вариантов даже на эту тему. Тут вопросов, знаешь, как что первично, курица или яйцо? Я бы сказала тут так. На самом деле многообразие такое, что надо и такие, и иначе дыхание исчезает. Это образно, если взять. Исчезает дыхание, и образуется болото. Поэтому надо, чтобы разные были. Коллективное, оно тоже разное. Оно дышит, оно перемешивается. И тогда оно живое, всегда живое. Понимаешь? Тут вопрос такой, на самом деле. Суть только в том, что... Ты когда показал руками, перемешивается, и что-то мне это напомнило совсем не живой. И совсем несознательное. Когда перемешивается-то. Потому что всегда есть мешающий. Вопрос, ты будешь мешать или тебя будут мешать? Тут это вопрос, где ответственность? Да, но если ты, знаешь, наполнился и залег, и живешь в своем мирке, то ты замкнулся, и образуется болото. Я об этом. А мешающий, я согласна, что кто тебя будет прокалывать, чтобы ты наполнился, или ты сам откроешься, чтобы наполниться. Это тоже разные вещи для того, чтобы сесть на дно. Здесь с этой стороны посмотреть можно. Можно посмотреть, но вся вода твоя. Я понимаю, но кто тебя продырявил? Кто-то или ты продырявил? То есть, то это тоже. Угу. А если посмотреть на плавающие по поверхности, это тоже те шарики, которые, знаешь, как, согласно дуновением ветра, то есть, как молодость, так, она, а где-то наполняется, то, что ей надо, и начинает образовывать в других местах. Понимаешь, тут разное, как листики деревьев. На самом деле, тут... Такое тема интересная. Но коллективное, то есть именно через коллективное можно быстрее достичь чего-то, даже какого-то уровня, то есть через коллективное, чем поодиночке. Но смотри, все программы через коллективное записываются. Да, да. И быстрее идет развитие на самом деле, да. Но. Смотри, какая вторичная выгода всегда есть у каждой единички. Это привлечь внимание к себе. А это значит, ну как же я через коллективное, это работа через коллективное, это значит, а вдруг меня забыли? А вдруг со мной, видишь, вынос ответственности, да? Uh-huh. А вдруг меня забыли? И начинается притягивать внимание к себе. А как привлечь внимание? Игрой, то есть маски, ложь, обман. Вот она вторичная выгода. И человек запутывается в этих масках и уходит от любви, от чистоты, от искренности, уходит от силы на самом деле. Потому что, чтобы быть коллективным сознанием, которое, коллектив, которое сознание, которое мощное, сильное, это надо оставаться, и здоровое, да, это надо оставаться искренним. А это очень сложно уму выдержать, да. Ум, он такой товарищ, хитрый червячок. Он начинает к себе привлекать внимание, потому что работают и жадность, и зависть, и согласись, в этом суть. То есть и дробление идет, вот это дробление на мельче, когда внимание... А с одной стороны дробление, с другой расширение, укрепление. Вот, в том-то и дело. А теперь смотри, это так же, как и с шариками, один в один тоже. А теперь смотри, что такое коллективное сознание, когда коллективное большое сознание, чистое, искреннее, да? Это когда... Это не значит, что ты частичка чего-то большого. Нет, ты – это и есть коллективное сознание, да? То есть ты настолько чист и искренен сам с собой, что ты каждого человека, который рядом с тобой, ты считаешь полностью, ты знаешь, что это ты. И ты в этом ты чист. То есть и тогда невозможно сказать, что мы частичка Бога. Мы и есть Бог. Вот это и есть сила, и эта сила, она очень... Для этого надо... Я к чему? К тому, что, очистив себя,
Ты не становишься вот чистой маленькой частичкой, а ты сразу становишься чистым большим сознанием. И это можно сознание сказать, оно коллективное, потому что ты осознаешь в каждом себя. Вот она, вот эта огромная сила коллективного сознания, когда, как на слова положить, когда твои мысли отражаются сразу, тоже неправильно сказать, во всех людях. Тут как бы тебя слышат. Это вот как подобрать частоты музыкального инструмента, всех музыкальных инструментов, да, под одну мелодию. И тогда начинается красивая мелодия, и пошла музыка. Да, и все ее слышат, то есть и все на этой, в этой музыке. А не идет вот этот дрободан. Кто-то на этой частоте, кто-то и не сочетающийся. Ну, что-то по типу такого. Вот это большое, красивое создание. В любом случае, для того, чтобы прийти в какую бы там ни было гармонию, так или иначе, приходится осознавать моменты, где ты, ну, что-то делал не так, не по совести, где образовалась боль в своей жизни. Ведь даже если глобально посмотреть на сознание, вот сознание чистое текло, появилась первичная информация, да? Первичная информация пошла, она легла как муть сразу. Угу. Появился разум для обработки этой информации. А пошла дальше игра, уже образовалась не я, уже пошел разворот. Пошла информация усугубляться уже в разворот с не я. Угу. Новый контур был выделен ум. Ум отличается от разума тем, что разум был в моменте здесь и сейчас. Ум в прошлом и будущем, и ум уже взаимодействует с памятью. Угу. И это проявляется в моменте здесь и сейчас для разума. Сейчас будет следующий контур – искусственный интеллект. Точно так же, только там уже будут задействованы базы данных. Уже от этого не сбежишь. Угу. Но это все информационная муть. Угу. Это муть для сознания. И вопрос в контурах. Точно так же, как муть для сознания. Если буддистам достаточно было для того, чтобы просветлеть и выйти за рамки коллективного, смотри, им достаточно было там не поел, не попил, там в медитации посидел там и просветлел, да, то есть те практики, что сейчас предлагает буддизм, они сейчас не рабочие работает, вообще. Да. Почему не рабочие? Потому что тогда был такой уровень интеллектуального развития, он был ограничен физиологией, и он минимально задевал психический контур. Реальность строилась не так, как сейчас. Не было развитой программы ума. Она была крайне скукоженной, да, ограниченной. Были зачатки ее. Потом дальше те же самые религиозные, там, святые там, и так далее, кого описывают. Точно так же сейчас пошло развитие дальше. Уже дальше пойдут обработки баз данных. Это надо, чтобы и ум у человека был развит, и все. И поэтому предложение буддистов «заткни ум». И сиди. И сиди травой, овощем, да, собачкой, это... можешь лапу поднять, побегать. Там, кстати, у них на физиологии очень много практик задействовано, ну, зациклено. Так что человека не сводят до животного уровня. Но это тебе не даст развития, это о деградации сознания. А теперь смотри следующий коллективный контур, который идет параллельно с искусственным интеллектом. Ведь искусственный интеллект – обработка баз данных. А в физическом теле что-то да надо, чтобы человека выбить из колеи, чтобы усложнить игру. Правильно? Давай нарушим самые базовые закладки. Вообще определить, какое у тебя тело, мальчика или девочки. Половая идентификация. Качели как сразу создаются. Там у тебя развивается новый контур, где надо обрабатывать тонны информации. Да? Там мути сразу сколько приходит. А здесь на уровне физического тела у тебя нарушена половая самоидентификация. Как ты будешь играть в эту игру? А хрен его знает, как я буду играть в эту игру, да? Вот она. Дальше человек приходит в эту жизнь, и начинается безумие. И ты проиграл эту игру в жизнь. Если ты в зачатках ушел в деградацию, ты не можешь разобраться с информацией.
Ты не определился, на ты не определился, в какую игру ты будешь играть. Тебя нету дома. Ты не решил, ты мальчик или девочка. Да, да. Ты не решил, какое образование ты получишь. Ты не решил, на какой земле ты будешь жить. Ты не решил, чем ты будешь заниматься. Ты все это вынес на родителей, на государство, на общество, еще. А сейчас это предлагается еще с рождения сделать нормой. И все. И тогда ты полностью идешь по автоматическому сценарию. И да, такими людьми управляет искусственный интеллект. И но ведь за искусственным интеллектом стоит обязательно сознание, кто-то, которое конечно. Им управляет. Ну, блин, ну не очевидно может быть вообще, иначе, да? Это очевидно. Вопрос, чье сознание будет управлять толпой ходилок и стрелялок? И вопрос, зачем ему отражаться в баранах, а не в богах? То есть можно в богах. Но это говорит о развитии, о уровне развития того сознания конкретно. На самом деле это об этом. Но это же наше сознание. Ну, конечно. Это о выносе силы. Это о выносе силы. И это усложнение игрового контура следующего. Дробление. Как дробление. Я говорю, дробление. Дробление и расширение. Поэтому вот все, что связано с... за счет дробления, расширения идет, да? Все, что связано с прошлым человека, нельзя все под гребенку и говорить, я вот здесь это сделаю, и полностью изменится. Угу. Кто-то значит, изменит мою жизнь. Нет. Это ты так сам же, все изменишь. Да, это ты так изменишься же, как, сам. Да, это так же, как есть. У, знаешь, такое люди любят, слышишь, вот особенно от людей в возрасте. Вот в наше время дети такими не были. В наше время молодежь другая была. А сейчас, другая, это вот об этом, о том, что как про буддистов, про тех, да, это тогда было. А знаешь, а как старый человек, он перетягивает, так же, как и буддисты, да, получается, это для того уровня сознания было нормальным. А сейчас буддизм, ну, никак не ложится. То есть это отказ от жизни, по сути, отказ от развития. Вот так старые люди, они именно... И попытка точно так же назад вернуть, а это и есть, куда поперли молодые, назад. Вы должны быть вот такими. А вот такими очень четко из века в век одинаково предписывает религия, потому что очень выгодно иметь да. одинаковое иметь стадо. Иметь стадо, да. Но для того, чтобы не быть стадом, надо проснуться и взять на себя ответственность. А для этого надо, в принципе, проснуться. Как проснуться, если ты идешь как робот в сценарий? Вот это самый сложный вопрос. И тогда вот эти перезачатия – это очень крутой вариант. Осознание вторичных выгод – это очень крутой вариант быстрого выхода. Но, наверное, самый крутой вариант – это боль. Самый действенный. Самый действенный. И тогда благодарность болезни и благодарность боли. Сам Но если не хочешь боли, тогда все-таки выгоды и эпигенетические метки, их надо сносить, как ни крути. И осознавать ответственность в каждом моменте своей жизни, именно на себе ответственность, не на ком-то. А все есть, это ты. Ты все, что ты в жизни имеешь в данный момент, это все ты. Или ты, или не имеешь, это все ты. И именно данный момент показывает, на каком уровне развития ты находишься. Да. А это... То есть напрямую ты можешь... То есть то, чем ты наполнен, ты не можешь дать сверх. Увидеть, вернее. Вот если, допустим, я умею там рисовать образно цветочек, да, это вот то, что я научилась нарисовать, то я не могу увидеть вовне... или неправильный образ подобрала, ну, пусть будет так, то я не могу увидеть вовне здания красивые. Нет, я буду видеть это на уровне вот этого цветочка. То есть то, что во мне есть. То есть я умею, допустим, ну что, я не очень совсем образ подобрала. Допустим, я умею, научилась там читать. Или там три буквы знаю в алфавите, да? Я не могу там... Четвертую. Я всех вижу через три буквы. Да. И со всеми общаюсь через три буквы. Да. Ну, на самом деле мы все видим через свою призму. И даже вот интересно, когда ездила в Москву, разговаривала, и мне человек говорит, а вот я слышу
вас так, а вот моя напарница слышит так. И мы, когда обсуждаем, вдруг оказывается, что мы одну и ту же вашу фразу услышали по-разному. Ну вот, вот это об этом. А уровне... оно на самом деле так. Развитие сознания на каком, да, все верно. Да. Каждый осознает то, что он способен воспринять. Воспринять, да. И то же самое по нашим книгам. Вот сколько обратной связи, когда люди пишут, что начали читать, а потом перечитывают, а совсем другое читают, что они этого а не видели. А третий раз будут перечитывать еще и другое. И снова, да. Снова. Так вот, с цветочком я немножко скажу, как. То есть, если я научилась рисовать цветочек, то я не могу научить, думаю, как-то научить других рисовать там здание красивое. Я могу только научить цветочек, то, чему я умею. Да, ну то есть вот. Да. То есть то, что мы внутри, то мы и увидим. Вот так же и с книгами нашими. Действительно, это так. И при этом, смотри, и при этом, развиваясь сами, мы начинаем развивать. То есть вот, то есть мы можем это же, этим делиться в окружении. И, естественно, благодаря коллективному этому окружению, да, которым мы поделились, мы можем дальше наполниться еще другим. То есть это вот он, взаимный такой обмен, но он должен быть в чистом виде, а не в искреннем, а не в искреннем. Мути. А мутью, муть как раз-то и компилирует, собирает выгода. Это, знаешь, так, да, выгода. Это когда вопрос, ты... где первичное, где вторичное. В обществе что считается первичной выгодой? Мне выгодное дело, вторичное, оно где-то в подсознании. А ведь на самом деле вот это вторичное, оно и есть первичное. А то, что ты уже делаешь, ты делаешь на основании ее. Смотри, даже здесь как подмена работает. Да. Поэтому отражение. Что мы видим в отражении в зеркале? Недавно прочитала, Олег прислал интересное такое наблюдение. Говорит, когда мы говорим, мы сперва говорим, а потом человек слышит. Говорит, а потом, когда мы с подсознанием взаимодействуем, то мы сперва слышим ответ, а потом у нас рождается вопрос. Да? А здесь вопрос-ответ, там в обратную сторону. Но на самом деле с подсознанием в обратную сторону. Сперва мы слышим ответ, а потом так мы, вот если, смотри, возникает вопрос. Так вот, если, все в отражении. Да. И это отражение, оно ведь зеркальное, оно имеет искажение. Да. А когда информация нечистая, будет искажение, будет дельта. И вот в эту дельту уже играем, пока мы не выровняем и все не сделаем абсолютно искренне. Вот для этого и нужна перезагрузка, перезачатие, эпиперезаливка. Да. Назови ее чем угодно, но это замена информации на чистую. Это работа в каждом моменте здесь и сейчас, да, с собой. Вот оно. Вот, да, и это только через момент здесь и сейчас. Да, то есть перезачатие – это вот просто как работа в моменте здесь и сейчас. Нельзя сказать, как ты вначале была сказала, невозможно сказать, что я уже вот проходила перезачатие где-то там. Нет. Да. Это постоянная работа в моменте здесь и сейчас. И здесь именно осознать саму суть перезачатия, взять вот эту суть. Опять-таки, вот смотри, после перезачатия отношения с родителями. Вот попробуй еще увидеть отношения в благодарность. А перезачатие дает возможность быстро выйти в благодарность. Быстро, да. Очень быстро. Ума, прям вот, да. Да. Это шанс. Это шанс. А это освобождение на самом деле. И ты все больше и больше освобождаешься, становишься свободным, легким. И можешь наполняться своей информацией, своей жизнью, свою жизнь строить. А смотри, тоже перезачатие, оно же с разных информационных уровней может быть. Помнишь, как из мира мертвых, какая эффективность? Я бы проводила эксперименты еще коллективные, вот на практикуме, на том же самом коллективной работе из мира мертвых. Это очень крутая работа. Это дает большие бонусы. Во всяком случае, человек, который никогда не знал любви, здесь напрямую может выйти в осознание благодаря тому, что в его жизни развернется какой-то событийный ряд. А он быстро развернется. Согласна. И осознав суть, как строится вторичная выгода, как она выглядит, как она появляется, это как работа полностью со своими зеркалами, без
убирая искажения, без искажений. Без искажений. Но тогда вторичная выгода захлопывается, остается искренний интерес. Конечно. Хлоп, этот грибочек срезал, и этот грибочек. Между прочим, конечно. Всегда, постоянно, каждый раз. Угу. Блин, сейчас такие глубокие, ну, интересные темы идут. Но без этого невозможно управление реальностью, если ты вот этого не осознаешь. Потому что это те ниточки, за которые ты дергаешь реальность. Ты их можешь создавать, можешь рассоздавать. Осознанно абсолютно. И это все надо для того, чтобы осознать элементы управления. Что именно ты полностью строишь свою жизнь, свое тело, свое здоровье. Все полностью создаешь и делаешь сам. Вынося ответственность на врачей, на знакомых, еще на кого-то, на кого-то, на кого-то. Даже на нас, как люди, выносят ответственность. А вы скажите, а вы сделайте, а вы посоветуйте. А наша задача человека — вернуть к себе искреннему и настоящему все. Знаешь, как наша задача, чтобы человек задышал на самом деле. Вот у меня такая, у меня задышал чистотой, свободой. Чтобы тело ожил. Проснулось. Да, проснулось. Проснулось, и у него сознание проснулось. И все, и будет счастье.